Привет, друзья. Видите, вот у меня утром нет вот этот глаз. Утром просыпаюсь после сна. Такой отек, как будто спал ночью, и ко мне прилетела какая-то девушка, типа жар птицы, и так жарко поцеловала, что я утром встал и смотрю, такой отек. Но я же взял вот это вот иголки для иглотерапии. Думаю, ну мне же надо вечером записываться. Там еще и занятия надо было проводить. И там еще не меньше 5 человек ко мне обратились со всякими проблемами со здоровьем. А потом еще парень такой интересный звонил, который: а как мне раскрыть свой творческий потенциал? Ну да, но самое главное, что я вебинар сейчас готовлю. Как раз таки к этому и будет относиться вебинар. Но почему я говорю про этот отек? Нет, вот на этой, на левой стороне это почему-то показывает правый. Но не важно. Дело в том, что я взял эту иголку, поскольку я профессиональный иглотерапевт, поставил себе, 20 минут подождал, точка ХГУ, и вот я выступаю. Ну, я вас тоже этому научу, только без иголок. Я вас научу, на какие точки нажимать, ХГУ там. А если сердце там немножко надрывается, точку на игуань, да, где она находится, да, как ее помассировать там минутку-полторы, чтобы сердце отпустило, да, как снять тревожность, страхи, как уши размять. Все это будет тоже в вебинаре, но я же, вот посмотрите, Ван Гог-то ухо себе отрезал. Но если бы он знал, как себе иголку поставить, так он, может быть, и не отрезал ухо никакого. А если бы он еще знал метод ключ, так он, может быть, и многое проблем бы у него решилось проще. Но как у меня же тоже непростая жизнь. Я вот помню, так утомлялся, так насиловал себя. Ну, допустим, представьте себе ситуацию, да? Вот я уже провел занятие. У меня там в центре защиты от стресса на Таганке, но полный зал, сидят людей. Я провел занятие, все такие довольны. Я, наконец, от души его провел. Ну, уже все, время. Они все уходят, и вдруг две девочки остались, и мне говорят: можно мы вам вопросы дадим? Я стою вот еле на ногах, потому что до этого занятия я еще целый день работал. Ну, еле на ногах стою, смотрю на них. Ну, и думаю, ну, хоть бы вы провалились. Ну, я же живой человек, правильно, как и вы, да? И в этот момент я стою и себя насилую. Я делаю вид, что я очень внимательно слушаю. Но я на автомате слушаю, потому что я профессионал, как говорится. Мастерство не пропьешь. Хоть в каком состоянии, я всегда хорошо работаю. И вот я в этом состоянии стою и их слушаю. Но это же насилие над собой. Это ж такое насилие, и я каждый раз попадал в такие ситуации, потому что у меня и друзей много, и полетов много было, я перелетал с одного города в другой, там проводил какую-то конференцию международную, или просто российскую, всесоюзную, или еще где-то, или там спортсменов готовил, или после терактов там восстанавливал людей, из острого стресса выводил. Но раньше психологи не могли это делать, потому что они даже придумали себе такую легенду, типа, надо подождать, пока человек выйдет из острого состояния, а потом только к нему подступаться. Это неправильно, потому что чем раньше ты берешь ситуацию под контроль, тем гарантированнее ожидаемые результаты. Потому что если ты допустишь, когда он сам выйдет из стресса, еще неизвестно, чем это там кончится. Ну, я тогда научился выводить из острого стресса, и на этом вебинаре новом я покажу, как это делается, чтобы каждый человек мог быстро выходить из острого состояния, из трагедийного состояния, и мог переводить эту энергию напряжения стресса в нужное русло для гармонизации своего состояния и налаживания отношений в семье. Да, там же я покажу и вот этот вот тест еще раз, и кое-какие детали. Кого выбирать, чтобы девушка могла удачно выйти замуж, да. Ну, вообще-то я этот вебинар буду делать, я обычно всегда вот там ставлю 1000 рублей, потому что это эксклюзивный вебинар с уникальными контентами,
Ну так повелось, я так обещал и так стою на этом, несмотря на то, что все мне говорят, ну за такой контент, который потом кто-то непонятным образом где-то раскидывает, на сайты свои ставит, ну как же вы так делаете, ну вы такой слишком добрый, ну так же нельзя. Нет, друзья, все равно 1000 рублей. Раз обещал, и я так думаю, чтобы все, как можно больше людей, могли освоить метод, чтобы лучше помириться могли, восстановиться могли, сбросить лишнее напряжение, выйти на творческое состояние. И вот у меня на вебинаре я готовлю вот картину «Последний жених». Там у меня уже галерея одной картины получилась. Там уже это пятый уже. Там был еще последний жених, а после него вот уже, видите, уже пятый. Да, и почему я вот это показал? Бангкок. Ну, посмотрите, у нее тоже шляпа. Да, и тоже рыжинка такая на усах и бороде. Видите, у меня тоже рыжинка. Но у меня симпатичнее, потому что с цветами. У меня с цветами, а у нее без цветов. Ну, что делать? Ну, я шутник, я юморист, вы понимаете. Таким образом, ну, поскольку у нас много участников, которым я, как обычно, за их активное участие посылал бесплатное приглашение, то в этот раз я решил бесплатного приглашения не посылать по простой причине, чтобы они вдруг не разошлись со своими женами или жены с мужьями и не женились по-новому. Потому что я там такие вещи буду показывать, чтобы девушка могла привлечь внимание того молодого человека, который ей нравится, а тот, который ей не нравится, чтобы она могла мягко, чтобы от него, как говорится, не была для него магнитом, а была магнитом для тех, кто ей нужен. Это во-первых. Во-вторых, вот с помощью этого теста и других приемов, чтобы она могла себя в нужное состояние приводить, чтобы вещи видеть, как говорится, не в розовых очках и не в черных, а без очков, чтобы брак был прочный. Да, и восстановить личные отношения, если нужно. Да, и как родить более здоровых детей, как провести себе профилактику, повысить стрессоустойчивость и иммунитет повысить, чтобы вирусы не могли прицепиться. Ну, все же знают, и многие ученые об этом пишут по всему миру, как иммунитет зависит от нервно-психического состояния. Стрессоустойчивость. Высокий иммунитет, низкая устойчивость к стрессу, подверженность большая. Тем более, что в нашем организме есть вся аптека. Я научу, как пользоваться этой аптекой, включать эндорфины, снижать адреналины, улучшать кровоснабжение мозга. Ну вот мне никто не верит, например, что я инвалид тяжелый после травмы шеи, 7,5 часов операции. Ну, не верят. Вы, говорит, такой молодой, и каждый раз, вот сколько вы, говорит, работаете в интернете. Ну, сколько методов поменяли свои названия, сколько там что изменилось. А ключ как стоит, так и стоит. А почему? Ну, да, это во всем мире так. У меня же там много из Италии, из Америки, из Египта, из Болгарии. Ну, много-много. Из Украины, из Белоруссии. Да, и участников школы «Человек будущего» очень много во всех странах, которые, да, и вебинары мы иногда, и бесплатный ликбез для всей страны проводим время от времени регулярно, бесплатный ликбез против стресса. А этот ликбез же смотрят и наши, которые улетели давно в разные страны, а сейчас они еще больше улетают, и студенты, и преподаватели, очень много людей смотрят. Вот. Но в этот раз я буду делать без приглашений. А просто будет 1000, да, как обычно, но без списка приглашений. Потому что я сидел до этого всю ночь накануне вебинара. И как бы кого не забыть, как бы кого не забыть, как бы кого не забыть, как бы кого не забыть. А я вас всех помню и не забываю. И никогда не могу забыть, потому что вы у нас прекрасные участники. А есть такие выдающиеся участники. Ну, молодцы, наша школа прекрасная, и меня всегда радует, когда выходят от нашей школы, или кто-то мне в личке обычно пишет, в личке пишет, слушайте, у меня жизнь открылась новая. Или он пишет, там какой-то молодой человек.
Ну вот после того, как я несколько лет назад, да, с вами встретился, и после этого у меня жизнь была другая, можем один раз еще встретиться. Я говорю, а зачем тебе с этим ключом пользуешься? Он говорит, ну мне там надо соседке помочь, потому что у нее там сложное положение. Я хочу у вас взять советы, как мне с ней поступить. Ну, короче говоря, вы же понимаете, что обучение для личного использования, пожалуйста, соседям помогайте, маме помогите, папе помогите, брату помогите. Для личного использования, пожалуйста. Метод официально утвержденный, признанный. Пожалуйста, пожалуйста. А вот подготовка специалистов у нас – это особое дело. Это другой формат, это другое время. Это, скажем, человеком, который хочет стать специалистом, я должен лично в скайпе поработать, побеседовать, приму я его или нет. Потому что очень много людей, которые берут нашу методику, называют не теми названиями, упражнения берут, просто показывают упражнения. Они же такие простые. Потому что они же сделаны откуда? Из наблюдений, что делает человек инстинктивно, когда снимает напряжение. Из этого сделаны путем многолетнего моего труда, 40 с лишним лет, осознание, как человек снимает стресс, чтобы повысить свою стрессоустойчивость, когда он делает то, что он делал инстинктивно, теперь делает сознательно в виде культурных упражнений, они поэтому простые. Поэтому простые. Но когда он их берет и начинает транслировать, не называя своими собственными названиями, ну, получается, что растекается по всему миру. Я многократно видел, когда где-то кто-то это делает, просто показывает и не говорит, что это ресурсы многоцелевого назначения, что это не просто физкультура механическая, это не механическая физкультура, друзья. Это ресурсы многоцелевого назначения. Каждый прием имеет свое предназначение, как в йоге. Каждое упражнение расписано, для чего оно нужно, механизм, что это дает для нервной системы, для организма, для тела, для мышц, для дыхания. Там же все расписано. У нас тоже метод ключ – это система духовного, физического саморазвития. И здесь тоже все упражнения. Или это хлёст, более полное название упражнения, хлёст руками по спине. Или это лыжник, или это упражнение вис, из трех стадий, вис назад, вис вперед с проходом вниз. Или это упражнение разгрузочное, шалтай-болтай. Или это упражнение еще какое-то упражнение, штангист, упражнение там, ну, там много-много-много этих всяких. Они же должны правильно пониматься, иначе это вот транслируется просто как механическая физкультура. И таким образом происходит снижение уровня эффективности метода. Потому что люди начинают делать это как физкультуру и не знают даже о том, что это синхронизирующее упражнение, где можно по принципу подбора путем перебора подбирать себе свое собственное упражнение, короткое упражнение, естественное, подходящее именно тебе в данный момент, когда ты это используешь. И поэтому дает взрывной эффект снятия напряжения. И поэтому в таком моменте снимается нервно-мышечный зажим, и ты начинаешь чувствовать себя легко, как будто гора спала с плеч. И так хорошо становится, так хорошо. Да, но ты другому это показываешь, не говоришь ему почему, а мы же говорили почему, потому что там происходит синхронизация, потому что когда ты делаешь эти упражнения, ключевые упражнения, вектор внимания не на как физкультуре, а на решение твоих волнующих в этот момент задач и проблем. Вектор внимания другой, это же поэтому этот метод такой эффективный. При своей максимальной простоте. Вектор внимания другой. Но поэтому, чтобы обучать специалистов, надо, чтобы я правильно разобрался. 5 минут выходит ко мне вечером, после 19-20 часов, на скайп или на ватсап. Я хочу быть специалистом вашим. Я хочу там или на конкурс это продвигать, или хочу других учить, ну научите меня. Я с ним разговариваю, я начинаю понимать. Нет, этому я не дам никогда. Почему? Потому что у него диктаторский тон.
Он не сможет с человеком или с клиентом или с пациентом демократично, нормально разговаривать. Ключ же это обучение. А он это превратит в гипноз. Да, у меня есть много таких людей, от которых я давно уже отошел. Ну, человек, например, ну 30% людей легко входит в состояние транса, легко. Им кажется, что и другие так легко входят. А кто не входит, он им говорит, да я дам подзатыльник, и ты войдешь. И начинает командовать. Потому что ему самому невдомек, что тот-то не может. Что он зажим, он не может, он пытается и не может. А этот-то не понимает, каждый же судит по себе. Но это же тонкая работа, вы поймите. Еще раз покажу Ван Гога. Еще раз посмотрите на мою картину. Тоже шляпа, видите? И цветочки. Последний жених, самый последний я назвал жених-чудесник. Жених-чудесник, потому что это к вебинару я готовлю. И там вот это вот и первый жених, и второй жених, и третий жених, и четвертый. Это пятый, да. И у меня получилась галерея одной картины. Все эти фотографии у меня есть. Кто захочет, мы можем устроить такую штучку. Я знаю, что как-то делается. Я как-то видел выставку Сальвадор Дали. Ну, это было в мэрии Москвы. И там меня пригласили. Я там выводил как раз-таки из острого стресса детей, офицеров, которые погибли на войне и так далее. И выставка там была. И как раз-таки выставка Сальвадор Дали. Да, такой же материал, холст, но на холсте пропечатаны фотографии. Да, фотографии-то у меня есть, всех пяти женихов. Поэтому, кто захочет, мы можем придумать, как это сделать. Выставку «Галерея одной картины». Ну, подумаем. Если у кого идея возникнет, пожалуйста, пишите мне в личку и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Кто новичок сегодня, допустим, первый раз со мной встретился, пожалуйста, посмотрите под видео описание, для чего наша школа «Человек будущего» Homo Futurus. Для того, чтобы сохранить мир на планете. Для того, чтобы с помощью техник «Нау-хау» утвержденных, все, официально признанных, даже в учебнике школьном по физкультуре 10-11 классов профессора Матвеева, там даже кусочек метода, синхрогимнастика по методу ключ. А в целом ключ, конечно, там больше частей, но, в принципе, посмотрите дальше. Ладно. Итак, отек я снял, нет, на этой стороне. Почему так показывают? Ну да, я же запись делал. Я-то чувствую вот здесь, понимаете? А так лежу вот так, видите кожу? Почему? Потому что мне принесли груши сладкие. А мне-то их нельзя сладкое. Вы тоже ешьте меньше сладкого. Ну я поел это как мед, понимаете? А мне вообще сахар нельзя. Я не диабетик никакой, но мне вообще сахар нельзя. У меня аллергия на сахар. Но я наелся этих груш, да. Девушки-то меня любят. Нет, вы покушайте. Я даже шоколад ем, только горький. Где градусов, знаете, я вот говорю градусы, 90 почти градусов шоколада, только 10% сахара. Ну вот я еще раз Ван Гог себе ухо отрезал, а я взял, чтобы ухо себе не резать и мог спокойно выступить. Иголку поставил, и вас научу вместо иголки, чтобы вы могли знать точку Хэгу и как сердечный поправить спазм. Я много раз себе в жизни, вот в какой-то гостинице или где-то, когда у меня вдруг, ну, схватит, ну, бывает. А я себе ночью в гостинице раз, я спустил. Да, спасался я много раз. Да. Это будет помогать вам, если вебинар пройдете, и в семейной жизни будет вам помогать, у мужа вашего или у жены вашей какая-нибудь ситуация, а вы знаете, какую точку нажать. И не одну точку, а там несколько покажу. Потому что за эти годы у меня выработался и рецепт. Ну, раньше говорили, семейный рецепт, да, у китайцев, там, японцев, семейный рецепт. Да, в моей семье тоже есть семейный рецепт. Моя дочка Шева, психолог, она этим пользуется. Ален, мой сын, психолог.
У нас есть семейные рецепты, да, фирменные. Ну, часть этого фирменного рецепта я вам покажу. Это потрясающе. Ну ладно, друзья, Ван Гог Ван Гогом, жених, как говорится, для невесты готов. Ну, посмотрите еще раз. Туда смотрите, не на меня. Я уже пожилой человек, я старый. Мне уже только нарисовать себе любимую, а я постоянно себе это рисую, разных девушек. Иногда мне говорят, почему у вас только девушки нарисовали? Не только девушки, у меня ромашки, у меня там и зима, и домики. Ну, много чего я рисую. Да. Но я не очень бы хотел, чтобы жены стали ревновать своим мужьям, если они узнают, что они научатся также рисовать себе девушек, чтобы никаких проблем не было. Да, то скажут, вот научил наших, теперь они, ну да, ну короче говоря, творчеством заменяют. Нет, чтобы у всех было нормально, и то, и другое, и третье. Чтобы человек был целостен, и семья была целостная. До встречи, друзья.